Картина 24KZ. С вами Динара Саду. Добрый день. И вот некоторые темы выпуска. Задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у шахтеров. Установлена их причастность к 15 преступным фактам. В чем еще их подозревают? Снизить водную зависимость от соседних стран на четверть рассчитывают в правительстве. Сколько времени для этого нужно? Студенты университета в республике Саха изучают казахский фольклор, а в Алматы в планах открыть кафедру по изучению якутского. Ученые-лингвисты наводят мосты. Температуру в домах жителей Темиртау подняли. Ремонтные работы продолжаются. Сегодня ночью в Карагандинской области произошло аварийное отключение багерной насосной системы на Каргресс-1. Она отапливает район старого города Темиртау. Котлоагрегаты станции перевели на резервное топливо мазут. По данным акимата города, 13 улиц на пониженном режиме теплоснабжения. Устранять последствия аварии продолжают и в Экибастузе. Коммунальщики предотвратили повреждения на золопроводе. Почти двое суток тепловики ведут работу по восстановлению котлоагрегатов. В результате подтопления багерной насосной системы их вынужденно перевели на резервное топливо. По последним данным, сейчас в работе находится 7 котлов. Специалисты говорят, гидравлический режим тепловой сети соответствует заданным параметрам. Подача тепла в город идет стабильно. Котел номер 2 ТЭЦ города Ридера экстренно перевели с угля на мазут. Режим работы станции изменили из-за короткого замыкания электропроводки на линии топливоподачи. Восстановительные работы продолжались больше 2 часов. После загрузку углем восстановили. По данным акимата Ридера, в период устранения неисправности температура в домах и квартирах ридерцев не опускалась ниже 20 градусов. Сейчас станция работает в штатном режиме, в действии 4 котла, еще 2 в резерве. Продолжаем выпуск. Казахстан планирует на четверть снизить зависимость по воде от сопредельных государств. Об этом сообщили на заседании Водного совета под председательством Алихана Смаилова. В ближайшие 3 года построят 20 новых водохранилищ, начнется реконструкция еще 15. Это позволит увеличить площади орошаемых земель и снизить угрозу затопления сел. Также Кабмин намерен увеличить долю субсидирования расходов на создание растительных систем и приобретение оборудования. Глава правительства отметил, необходимо ежегодно внедрять водосберегающие технологии для умеренного расхода воды. Площадь орошаемых земель увеличится в Актюбинской области после ремонта плотин. Реконструкцию 2 гидротехнических сооружений в этом году проводят в Айтекибийском районе. После их ремонта дополнительный объем воды сельчане смогут использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. Житель села Талдысай Жандильда Тотаев много лет занимается огородом, но в последнее время из-за нехватки воды рассчитывать на хороший урожай не приходится. Раньше в поселке для полива огородов и выращивания сельскохозяйственных культур на полях использовали талую дождевую воду из плотины. Она находится недалеко от села. Однако сооружение со временем разрушилось и стал ощущаться дефицит влаги. Всем нужна вода. В той части нашего поселка жители тоже со станции используют воду. С каждым годом потребность только возрастает. Если восстановят плотину, мы будем использовать эту воду для полива огородов и для водопоя скота. Плотина Теренсай была построена в 70-е годы прошлого века. Сейчас идет реконструкция сооружения. По оценкам специалистов, в дамбе может накапливаться около 300 тысяч кубометров воды. Этого должно хватить не только для нужд жителей Талдысая, но и для райцентра села имени Темирбека Жургенова. В 2 поселках проживает более 7 тысяч жителей. В Талдысае 400 дворов, в райцентре 1400. Кроме того, здесь около 20 крестьянских хозяйств, которые выращивают бахчевые культуры. Думаем, что воды будет достаточно, чтобы обеспечить всех. Капитальный ремонт плотины позволит увеличить площадь орошаемых земель в Айтекибийском районе, говорят специалисты. Реконструкцию проводят за счет средств областного бюджета. Для этого выделили более 200 миллионов тенге. К работе приступили этим летом. Завершить их планируют в течение нескольких недель. В этом году в районе отремонтируют еще одно подобное сооружение.
Мы сделали насыпь выше, укрепили плотину со всех сторон. Наверху построили мост, установили трубы для пропуска воды. Гарантируем качество. Вся эта работа контролируется со стороны соответствующих органов. Сейчас площадь орошаемых земель в регионе составляет 30 тысяч гектаров. В ближайшие годы планируется увеличить ее еще на 10 тысяч гектаров. Наталья Салькова, Ануарбек Мырзатайлы, Булат Молдагалиев, Актюбинская область, 24 KZ. В ближайшие 15 лет Казахстан испытает острый дефицит воды. Об этом заявили депутаты Мажилиса. Уже сейчас в стране необходимо повышать эффективность использования и управления ресурсами. Тем временем экоактивисты призывают население экономить живительную влагу. Полина Зачиналова продолжит. Дождевой водой пользуемся. Когда весна, лето, мы дождевой водой собираем. Тазики в этом большом бачке мы все это собираем. Мыться, вещи постирать. Жители массива Кайнар-Булак вблизи Шымкента уже привыкли вести быт без воды. По словам горожан, трубопровод начали прокладывать летом, но работы еще не закончили. Вот и приходится набирать воды из самодельных колодцев, причем ее качество оставляет желать лучшего. Многодетная мать Акбапе Жумабаева научилась беречь каждую каплю. По-другому, говорит женщина, искупать и напоить четверых детей не получится. Нам лишь бы воду дали, питьевой, вот именно, чтобы было питьевой, чистой воды. Иногда дождевой воды пользуемся, честно. Вот. А раньше эти районы, расположенные на окраинах мегаполиса, относились к области. Сейчас они вошли в состав города. Но проблема с водоснабжением так и осталась. Экспертов настораживает, что горожане, имеющие воду в достатке, не ценят ее. Стоимость воды, например, это Европа там, почти равнялась уже стоимость нефти, там, бензина там. А что мы оставим потомкам, нашим детям, внукам, что мы оставим это же? Если не будем экономить, не будем рационально использовать, ну тогда скоро, можно сказать, катастрофа там. Это не только по городу Шымкент, и по Казахстану. В ближайшие 15 лет проблема может обернуться дефицитом воды в Казахстане, считают мажилисмены. Наша страна наполовину зависит от ресурсов сопредельных государств. Но сколько ни проси воду у соседей, считает депутат Пономарев, квоты ежегодно будут сокращаться из-за роста населения в мире. Мы сами воду не экономим. Абсолютно. Мы когда бреемся, до 50 литров воды мы выливаем. Это 100 полулитровых бутылочек. Во всем мире воду экономят. Израильтяне, европейцы, они просто падают в обморок, когда видят, что мы моем машины чистейшей питьевой водой. А нам все барбер. Сейчас в Казахстане воду безмерно тратят в промышленности и сельском хозяйстве. Так лишь 14% орошаемых земель страны фермеры поливают, используя водосберегающие технологии. Из-за дырявых каналов страна ежегодно теряет почти половину ресурсов, уверен депутат. В Алматинскую ТЭЦ-2 входят две вот таких метровые трубы огромные. Они нагреваются, вода обогревает алматинцев и выливается в канализацию. И вот так повсеместно. В том же Израиле воды канализации используют на 100%. У нас только на 3%. Вот именно вот здесь вот собака и зарыта, потому что у нас нет стимула использовать водосберегающие технологии, потому что вода ничего не стоит. 1 литр воды в Астане из-под крана холодной воды стоит меньше 6 тиинов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо доработать водный кодекс, где будут определены механизмы экономного использования ресурса, говорят депутаты. Сейчас этот документ носит лишь рамочный характер. Готовиться к водному кризису надо уже сейчас, а начинать нужно с формирования культуры бережного отношения к ценнейшему природному ресурсу. Полина Зачиналова, Серик Конарбаев, Катерина Попкова, 24 KZ. На 11% подорожал уголь с начала года в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, больше всего рост цен ощутили жители Карагандинской области. Там цена выросла сразу на 23%. В Кызылординской области на 16%, в Актюбинской на 14%. При этом добыча твердого топлива сократилась на 1,5% с начала года. К другим темам. В Караганде задержали преступную группу, которая вымогала деньги у шахтеров «Кармет». По информации областного департамента полиции, подозреваемые угрожали работникам, оказывали моральное и физическое давление. Полицейские установили причастность группировки к 15 таким фактам.
Также фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и были замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района. Во время обыска у подозреваемых изъяли незарегистрированное оружие, боеприпасы и религиозную литературу. Полицейские арестовали 10 человек, среди них лидер и 4 активных участников группировки. Сейчас членов преступной группы проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В хищении 200 миллионов тенге подозревают сотрудников районного отдела образования Кызылординской области. По данным прокуратуры области, бюджетные средства перечислялись на счет граждан, не работающих в этой сфере. Также выявлена схема присвоения денег по фиктивным больничным листам и командировочным расходам. Начато досудебное расследование. Свыше 750 миллионов тенге должен выплатить государству уральский предприниматель. Бизнесмен в течение 2 лет не платил налоги, сообщает пресс-служба агентства по финмониторингу. Мужчина искажал данные в налоговой декларации. После вмешательства сотрудников ведомства он добровольно выплатил основную сумму, а это более 600 миллионов тенге. Досудебное расследование прекратили. В ходе следствия выявлено, что в период с 2019 по 2020 годы данный индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и уклонившись таким образом от уплаты налогов на сумму более 605 миллионов тенге. С учетом пении сумма, подлежащая взысканию, составляет 752 миллиона тенге. Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием Уголовного кодекса. Полицейские назвали новый вид мошенничества, который набирает обороты в нашей стране. Киберпреступники взламывают WhatsApp-приложение и получают доступ к контактам. А дальше рассылают сообщения друзьям и знакомым от вашего имени с просьбой занять деньги. Полицейские просят казахстанцев быть бдительными и перезванивать адресатам, чтобы убедиться в подлинности обращения. За короткий период времени в Астане зарегистрировали 34 таких случая, в Алматы 10. Как не попасть в сети интернет-мошенников, рассказали в МВД и Государственной технической службе. Жертвами мошенников встретилась Сания Кобжасарова. Журналист интернет-портала Егор Серегин попался на новую удочку мошенников. Ему пришло сообщение от коллеги с просьбой занять 150 тысяч тенге. Деньги просили перевести на электронный кошелек, указали счет. Он без лишних вопросов отправил. Никаких подозрений даже не возникло. Потому что если бы это были соцсети, их легко взломать. Это легко и просто, да. Но тут WhatsApp, казалось бы, с двухсторонней аутентификацией, с хорошей, казалось бы, защитой. Сумму я перевел. Наверное, через 5 минут ко мне пришло осознание, что что-то здесь не так. Помимо того, что не просто номер забрали у Александра, чтобы воспользоваться WhatsApp, но и само приложение, скорее всего, как-то клонировали, может быть, потому что он не видел переписки, которые делал злоумышленник. У Александра в это время телефон разрывался от звонков и сообщений. Он тут же опубликовал пост, где рассказал, что его взломали. Следующие 45 минут мужчина пытался восстановить приложение. Несколько раз удалял его и загружал повторно. Звонил в банк и службу мобильной связи, но все тщетно. 3 человека отреагировали на сообщение злоумышленников. На их счет отправили 450 тысяч тенге. Это не был звонок на WhatsApp, это был звонок на сотовый телефон. С иностранного номера было написано «Израиль». Автомат сказал: «Ваш код 7266», и бросили трубку. Я просто запомнил этот код, да. И тут же мама сидела рядом. Маме, она мне показывает сотовый. Там написано то самое сообщение. Мне кажется, на то, что расчет у злоумышленников, да? То, что человек должен сделать выбор. Или ответить там маме, папе, близким, чтобы они не скидывали деньги, да? Или пытаться восстановить WhatsApp, чтобы обезопасить всех остальных. Пострадавшие написали заявление в полицию и на министра МВД. В столице уже зарегистрировали больше 30 таких случаев. По фактам интернет-мошенничества в производстве находится 22 тысячи уголовных дел. В ведомстве призывают казахстанцев не отвечать на звонки и смс-рассылки с неизвестных номеров, особенно иностранных операторов связи. Мы призываем граждан не проходить по сомнительным ссылкам, не участвовать в голосованиях, в розыгрыше призов. Но если вы уж все-таки сделали это, то таким образом необходимо
удалить эту ссылку, проверить в WhatsApp-приложении, пройдя в настройки, есть ли привязанное устройство к вашему телефону. Если есть, то необходимо самостоятельно прекратить эту сессию. Три простых способа, как не лишиться кровно заработанных и не попасть в ловушку аферистов. Советы от специалистов, которые отвечают за безопасность информпространства в Казахстане. Придумывайте сложные пароли для своих аккаунтов. Не делитесь личной информацией на разных ресурсах. И главное, не будьте доверчивыми. Помните, доверие притупляет бдительность. Сания Кобжасарова, Ахылбек Исимсеитов, Артур Горшняков, 24KZ. В горах Алматы нашли сразу 52 объекта, построенных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города. Там уточнили, что 19 из них, согласно решениям судов, полностью или частично снесут. Так, один из жилых комплексов в горах был построен без необходимых разрешений. У застройщика не оказалось ни согласования проекта, ни заключения авторского и технического надзоров, ни экспертизы с уведомлением о начале работ. Снос будут проводить при участии судебных исполнителей департамента юстиции. Теперь о том, что происходит в мире. В бразильском городе Масейо частично обрушилась соляная шахта. В результате образовалась трещина длиной почти 100 метров. Из-за возникшей угрозы в городе объявили чрезвычайное положение. Несколько тысяч семей эвакуировали в безопасное место. Большая часть шахты находится ниже уровня моря. Если не принять срочные меры, огромное количество соли попадет в море, что нанесет ущерб местной экосистеме, заявило управление гражданской обороны Масейо. В руководстве предприятия сообщили, что примут необходимые меры, чтобы минимизировать последствия. За последние 40 лет почти 200 тысяч человек в Масейо пострадали от горнодобывающей деятельности. 400 беженцев рохинджа прибыли в Индонезию из Мьянмы. Всего с начала месяца на побережье страны высадились 1200 человек, сообщило агентство ООН по делам беженцев. Президент Индонезии заявил, что рост количества прибывающих лодок с нелегалами спровоцирован торговлей людьми. Чтобы решить эту проблему, он планирует работать с международными организациями. Рохинджа бегут от притеснения из Мьянмы, где проживают преимущественно буддисты. Этническо-религиозный конфликт обострился в 2012-м. С тех пор ежегодно беженцы перебираются в Индонезию, Малайзию и Таиланд, но большинству из них в убежище отказывают. Катастрофической назвала ситуацию в секторе Газа. Всемирная организация здравоохранения, система в анклаве сократилась на треть, а оставшиеся медработники истощены и работают с крайне ограниченными ресурсами. На экстренном заседании по ситуации на Ближнем Востоке 10 стран-членов организации представили резолюцию, призывающую Израиль соблюдать обязательства по международному праву и защищать гуманитарных работников в секторе Газа. С начала военных действий в Газе погибли 280 медицинских работников. Ситуация в анклаве способствует распространению смертельных заболеваний, считает глава ВОЗ. Поступают тревожные сообщения о распространении эпидемических заболеваний, респираторных инфекций в секторе Газа. Из-за наступления холодов ситуация ухудшается. Что касается больниц, на данный момент функционируют только 14 из 36. Дефляция в Китае обновила трехлетний максимум. В этом месяце потребительские цены снизились на 0,5% в годовом выражении. Ожидается, что падение цен продолжится и в начале следующего года. Стоимость продуктов питания в КНР упала на рекордные 4%, а транспортных услуг почти на 2,5%. Ситуация в секторе недвижимости сейчас создает основные риски для экономики КНР. Продажи жилья падают, а крупнейшие застройщики борются с огромными долгами.
Чтобы побороть экономическую слабость, власти Китая намерены стимулировать экономический рост. Это намерено достичь путем увеличения государственных расходов, снижения налогов или повышения процентных ставок. Продукция, выращенная в экибастузских теплицах, прямо с грядок отправляется в северные регионы Казахстана. Чтобы обеспечить население томатами и огурцами, самый крупный тепличный комплекс в республике наращивает производство. Но несовершенство законодательства серьезно мешает планам. Подробности в нашем сюжете. Здесь у нас новая система зонтика будет, в которой мы до этого не работали. Будут растения, головы расти, пасынки соединяться. Без номеровки, и лист будет убираться только снизу. Окончив университет, Гизат Елемесов устроился сюда агрономом. Увлекся профессией и решил поступить по специальности магистратуру. Имеет опыт работы с голландскими специалистами. Сегодня охотно делится знаниями с молодыми коллегами. Каждый год все ближе и ближе к тому, чтобы работать самостоятельно, без иностранных специалистов. Мы принимаем каждый год опыт, настраиваем работу уже практически сами. Своими силами, чисто свои сотрудники. Также инженерная часть у нас очень хорошая. Я вот недавно ездил сам в Европу, голландские компании, голландские теплицы, и понимаю, что у них ничего не лучше, чем у нас. То есть все так же, как и у нас. В тепличном комплексе трудится 300 человек. За год здесь собирают больше 1000 тонн томатов и огурцов. Летом еще выращивают болгарский перец и баклажаны. С квадратного метра овощеводы получают каждый день по 35 килограммов экологически чистых овощей. Каждый день мы собираем в теплице от 6 до 12 тонн овощей. Недавно вот открылся еще один блок. Теперь до 20 тонн собирать будем. Тепличный комплекс, кстати, самый большой в республике, занимает 30 гектаров земли. Его строили с расчетом на дешевую электроэнергию возле Экибастузской ГРЭС-1. Такое выгодное расположение изначально влияло на стоимость электроэнергии. А ведь энергоемкое предприятие, основанное на автоматизированных процессах и передовых тепличных технологиях, несет большие затраты. И особенно зимой. Поэтому предусмотреть объемы потребления электричества, зачастую зависящих от природных факторов, здесь не могут. Вот и вынуждены на продовольственном предприятии платить немалые штрафы. Не учтены какие-то особенности различных предприятий, как бы, да, вот таких, как мы, потому что у нас, как бы, система автоматизации, наше оборудование, мы не можем предусмотреть, как бы, на время конкретное использование, потому что мы зависим от метеостанции, то есть от радиации солнечной энергии. Если радиации нам недостаточно, у нас оборудование автоматически включает наш свет, за счет чего мы выходим на дисбаланс, а за эти дисбалансы мы вынуждены платить штрафные санкции, соответственно, для нас электроэнергия в целом еще становится, как бы, дороже. 90% овощей тепличный комплекс уже поставляет на внутренний рынок. Естественно, цена на продукцию в зимний период дорожает, а спрос на экибастузские томаты и огурцы у населения растет. Все равно они выходят дешевле, чем привозные. Ербол Абишев, Даулет Кошкарбаев, Марат Игельков из Павлодарской области, 24 КИЗ. В Актюбинской области растет поголовье племенного скота. Все больше фермеров проявляют интерес к породам, которые отличаются высокой мясной и молочной продуктивностью. Для таких хозяйств предусмотрена государственная поддержка. В этом году в регионе на развитие животноводства направили 6 миллиардов тенге. Племенным животноводством в этом хозяйстве занимаются уже много лет. Раньше разводили в основном овец едельбаевской породы и мугалжарских лошадей. А месяц назад приобрели племенных коров. 90 голов крупного рогатого скота привезли из Костанайской области. Мы надеемся повысить мясную продуктивность. Эта порода отличается выносливостью. Коровы до сих пор пасутся на пастбище, пока не загоняли их в помещение для скота. В соседнем крестьянском хозяйстве разводят коров аулиекольской породы. Пока фермер приобрел 60 голов, однако в планах значительно увеличить стадо. В этом году в Айтекибийском районе племенной скот завезли 8 хозяйств. А в целом число ферм, где разводят животных с хорошей мясной и молочной продуктивностью, достигло 43. Планируем работать в этом направлении и дальше. Есть крестьянские хозяйства, которые хотят привести скот мясного и молочного направления, заниматься породным преобразованием. Это порода мясного направления. Сейчас каждая корова весит в среднем 170-180 килограммов. Со временем вес достигнет 250. В регионе примерно 630 тысяч голов крупного рогатого скота. Больше 80 тысяч из них – племенные животные. Численность породистых лошадей достигла 60 тысяч. Для хозяйств, которые занимаются породным преобразованием, предусмотрены субсидии.
Доля племенного крупного рогатого скота в регионе составляет почти 13%, породистых лошадей 18,5%, овец около 14% и верблюдов 4%. В этом году на развитие животноводства выделено порядка 6 миллиардов тенге. Особенно заметный рост поголовья, по словам специалистов, наблюдается последние несколько лет. Наталья Салькова, Анорбек Мырзатайулы, Булат Молдагалиев, Актюбинская область, 24KZ. Это 24KZ, прямой эфир, и мы продолжаем. Сегодня Международный день гор. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году и ежегодно отмечается 11 декабря. В этот день Организация Объединенных Наций предлагает всем заинтересованным странам мира проводить мероприятия с целью устойчивого развития горных регионов. Для Казахстана подобная тематика очень актуальна. Горы простираются почти по всей южной и юго-восточной части республики. К примеру, туризм сегодня наиболее активно развивается на территории Северного Тяньшаня, близ Алматы. Однако в этой сфере немало и сопутствующих проблем, главной из которых – это безопасность людей. Тему продолжит наш корреспондент Григорий Беденко. Северный Тяньшань составляют две крупные горные системы. Это Заилийский и Кунгей-Алатау. В последнее время здесь наблюдается настоящий туристический бум. Особенно активно горная местность осваивается вокруг городов, в том числе и казахстанского мегаполиса Алматы. На территории Или-Алатауского национального парка развивается действующий и появились новые туристические направления. Сегодня, например, подняться пешком на знаменитый ледник Богдановича стало просто и доступно. Работают профессиональные гиды, которые сопровождают группы туристов. Но при этом в горы самостоятельно идут и неподготовленные люди, которые зачастую попадают в опасные ситуации. Многие туристы за границей приезжают, это с России, альпинисты, покорять наши горы. Много очень иностранцев приезжает посмотреть наши красоты. Обстановка, конечно, у нас сейчас сложная, так как у нас, учитывая то, что у нас по статистике 63% оперативных выездов, это поисково-спасательные работы в горах. Внимание, оперативной группе выезд ПСР горы. Принято оперативной группе выезд ПСР горы. Для сотрудников республиканского оперативно-спасательного отряда и городской службы 109 выезды в горы – это основная часть их работы, если не происходит крупных чрезвычайных ситуаций. За прошедший год в Заилийском Алатау было спасено 240 человек. Погибли трое. Зачастую, чтобы найти человека в, казалось бы, хорошо знакомой местности, уходит несколько дней. А сама работа сопряжена с серьезной опасностью для жизни и здоровья спасателей. Первое, что нужно сделать, выходя в горы, это изучить маршрут. То есть вы должны знать протяженность маршрута, сложность маршрута. Второе, нужно быть готовым к маршруту. То есть вы должны быть соответственно одеты, соответственно снаряжение у вас должно быть. Также хотел бы отметить, чтобы выходя на маршрут, обязательно сообщали местоположение, длину, протяженность маршрута своим родственникам. Желательно сфотографироваться перед выездом, обязательно, для того, чтобы оперативники знали, как выглядит пострадавших. Вот. Одному также никогда нельзя ходить в горы, обязательно минимум два человека должны выходить. Туристические направления в Заилийском Алатау отличаются разной степенью сложности. Самые легкие – до 2800 метров над уровнем моря. Здесь обычно проложены хорошие тропы, транспортная инфраструктура в зоне досягаемости. Свыше 3000 метров начинается моренная зона. Это далеко, тяжело и доступно не каждому. И выше уже высокогорье называется. Ну, то есть 3000 метров и выше, до 4-5 тысяч у нас горы. Это все уже категорийные маршруты, категорийные альпинистские, категорийные туристические маршруты. А любителям я посоветовал бы, ну, больше, наверное, ходить вот под подготовленным тропам. Это вот в зоне леса. И еще спасатели рекомендуют туристам не использовать в горах GPS-навигаторы. За пределами города они могут выдать неверную информацию. Такие случаи уже бывали не раз, а заблудиться в горной местности очень легко. Для тех же, кто попал в сложную ситуацию, к примеру, переждать погоду можно в специальных убежищах. Всего таких объектов 16. Их установили в наиболее посещаемых участках гор. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Абен Нарынбаев, Алматы, 24KZ. Казахстанские тюркологи планируют совместные исследования с якутскими коллегами. Ученые уверены, общая история и язык тюрков нуждаются в дальнейшем глубоком изучении, а поможет в этом международное сотрудничество. Об этом сюжет нашего собственного корреспондента из самого холодного и самого большого региона России, Республики Саха.
Марат Рыскулов, родом из Талдыкургана. 3 года назад он окончил обучение в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова по специальности тюркология. В этом году вернулся в Якутск уже в качестве докторанта ЖТСУского университета имени Жансугурова на стажировку. Вместе с ним особенности языка саха изучают еще несколько казахстанских лингвистов. Язык саха – один из древних и чистых тюркских языков, поэтому он представляет интерес для тюркологов. Мы надеемся, что научное сотрудничество якутских и казахских тюркологов выйдет на межгосударственный уровень. Мечтаем об открытии кафедры изучения якутского языка в КАЗНУ имени Аль-Фараби. Студенты Якутского университета имени Амосова, в свою очередь, изучают казахский фольклор и литературу в рамках дисциплины «Литература тюркских народов». У них есть возможность читать произведения казахских классиков в переводе на якутский язык. Переведены, например, роман-эпопея Мухтара Уэзова «Путь Абая» и стихи Абая Кунанбаева. Мостом дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Якутии является местная казахская диаспора. В республике Саха живут представители 135 народов. При этом казахи – одни из самых деятельных, говорит директор Дома дружбы народов Антонида Корякина. Казахская община, диаспора очень активна в нашей республике. Мы проводим спартакиаду, среди где участвуют вот наши ребята из Казахстана, очень активные. В этом году Якутия отпраздновала рождение миллионного жителя. Казахская диаспора в республике чуть больше 1000 человек. Национально-культурное объединение казахов Якутии существует в республике на протяжении уже 30 лет. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия, 24 КЗ. В Берлине прошел ежегодный студенческий форум. Впервые мероприятие собрало как казахстанских, так и немецких студентов и профессоров. Встреча организована посольством Казахстана в Германии совместно с немецким университетом имени Гумбольдта. Шолпан Найманбаева продолжит. В здании посольства Казахстана в Берлине сегодня особенно многолюдно. Здесь проходит 10-й по счету студенческий форум. Участвуют в нем более 100 человек. Это казахстанцы, обучающиеся в вузах Германии, а также немецкие студенты и преподаватели одного из старейших университетов Берлина. В таком формате форум проходит впервые. С приветственным словом к участникам обратился глава дипмиссии Нурлан Унжанов. Выступили с докладами и германские профессора. Я впервые на таком форуме. Я считаю наше сотрудничество очень важным. У нас открывается уникальная возможность налаживать контакты с новыми странами и культурами, создавать новые проекты в сфере образования и развивать их. Я еще не была в Казахстане, но многие мои студенты уже посетили вашу страну. Теперь и я планирую. Я думаю, значимость этого форума заключается в обмене, культурном обмене между казахской стороной и немецкой стороной. Но если мы будем говорить про индивидуальный уровень, то лично для меня и, насколько я знаю, для большинства студентов, тут именно значимость в нетворкинге. То есть форум – это ежегодная возможность в Германии, то есть на чужбине, познакомиться с новыми людьми, а в частности с людьми-соотечественниками. Затем была интерактивная часть. Казахстанские студенты презентовали немцам наши национальные игры. В ходе мастер-класса ребята рассказали, насколько важны логика и стратегия в древней игре «Тоғызқұмалақ». Особенно гостям понравилась игра «Асығату». После объяснения правил участники с удовольствием посоревновались в ловкости. Мне очень понравилась игра «Асығату». Что-то похожее я видел в Италии. Я сейчас собираюсь попробовать сыграть. Сам я изучаю Центральную Азию, поэтому мне очень интересен Казахстан. Я с удовольствием поехал бы в вашу страну учиться по программе обмена студентами. Такие встречи помогают казахстанским студентам, обучающимся за рубежом, заводить новые знакомства, поддерживать связь друг с другом и общаться на родном языке. Теперь организаторы планируют проводить студенческие форумы регулярно совместно с немецкими партнерами. Шолпан Найманбаева, Милослав Ивиновский, 24 КЗ, Германия. Церемония вручения Нобелевских премий прошла в Стокгольме. Она присуждается с 1901 года за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира. Десять лауреатов приняли из рук короля Швеции Карла XVI Густава дипломы и золотые медали. Премию по химии получили Мунги Бавинди, Луис Брус и Алексей Якимов за открытие синтез квантовых точек.
Нобеля по медицине и физиологии присудили ученым Каталина Крико и Дрю Вайсман. Их открытия позволили создать эффективные вакцины против коронавирусной инфекции. Почетную награду по экономике вручили американскому профессору Клауди Голдин, а по литературе – норвежскому писателю Джону Фоссу. Победителями в области физики стали Пьер Агастини и Ференц Краус и Ан Люлье. После вручения наград лауреаты, гости и члены королевской семьи отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма. 6 бронзовых медалей завоевали казахстанские школьники на международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров в Бангкоке. Свои интеллектуальные способности ребята проявили в физике, химии и биологии. Отмечу, состязание проходило в 3 тура – тестовом, теоретическом и экспериментальном режимах. Всего участие в международной олимпиаде приняли больше 300 школьников из 55 стран. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.